Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте произошли некоторые перестановки. На «Остров любви» отправили новенького Кевина Кузнецова, а с острова на поляну вернулась Таня Мусульбес. Также хотели отправить на поляну и Сашу Шева, но в итоге ее оставили, дав еще один шанс построить отношения с Денисом Ковалевым. Алексей Купин шантажирует Майю Донцову. Майя отказалась жить с козой, которую привел Леша. Купин заявил, что если Майя не будет ухаживать за животным, то останется без волшебства и подарков. Рома Гриценко не теряет надежды покорить Ольгу Бузову. Он приехал на Лобное на роскошном автомобиле с охраной и преподнес Ольге шикарный букет, который та приняла. Но все-таки Бузова ему не верит. Она пишет: «Так сложно поверить в искренность, когда тебя столько раз обманывали». В эфир вышло ток-шоу, на которое приглашали всех бывших Марины Африкантовой. Егор Халявин интересуется у подписчиков, кто, по их мнению, больше подходил Марине из всей этой компании. Марина Африкантова сомневается в чувствах Ромы Капаклы, ведь он никогда не признается ей в любви. Рома поделился с подписчиками фотографией с маленькой Беатрисой Блюменкранц. Зрители оценили, с какой нежностью он относится к малышке. Поклонников удивил внешний вид Ольги Бузовой на последнем концерте в Москве. Оказалось, все дело в том, что за несколько дней до выступления Ольга приукрасила свое лицо уколами красоты. Она подправила глаза, скулы и губы. Пластические хирурги же советуют такие уколы делать за полтора месяца до ответственного мероприятия. Тогда отеки успеют сойти и можно будет давать волю эмоциям. Лиза Шароха, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо своего сына. Малышу на днях исполнилось 3 месяца. Как вы помните, недавно Дима Дмитренко удалил все совместные фото с Машей Кахно. Но оказалось, что от общения с Машей он не отказался. Правда, уверяет, что они просто друзья. Антифанаты Вики Романец раскрыли еще один ее обман. Вика любит хвастаться дорогими нарядами и не ожидала, что в сети узнают ее платье с Алиэкспресс. Оказалось, Романец носит копеечные вещи. Именно это платье стоит всего 450 рублей. Ваня Барсиков обратился в сети к своей бывшей девушке Лизе Полыгаловой. Он просит ее вернуть его собаку Джуди, которую Лиза якобы сдала в приют. Ваня очень переживает. Никита Кузнецов познакомил Дарину Маркину со своими родителями. Девушка им очень понравилась, мама Никиты ждет их свадьбы и уже очень хочет внуков. Никита с Дариной начали новое дело. Они занялись аэродизайном и будут украшать различные мероприятия воздушными шарами. На крупные заказы они обещают выезжать сами. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.